Существует такое правило. Зачем сотни тысяч магнитогорцев едут в магазин «Орион»? Цены здесь для детей копейки, качество в разы выше. Да, едут они на северо-запад, где советская стыкуется с вокзальной в сторону Соленого или Банного. Старая дорога. Здесь напротив складов хладокомбината поворот направо и далее через три и опять направо. А то, четкие уличные минуса. Фу. Я и машину не мыл. Думал, по-моему, снег выпадет, блин, надо ее помыть. И вы представляете, да, почему в эфире моих передач с декабря по январь месяц количество сюжетов было не сильно такое и большое. Потому что, чтобы еще красиво что-то сделать, надо, чтобы погода-то была. Вот сейчас на улице 20 градусов. Где стоит моя камера, это отдельная штука. Вот. Но тем не менее, да? Мы уж постарались сделать так, чтобы камера не вспотела, когда мы зайдем туда. По одной простой причине. Вам, наверное, немножко достали инсинуации мои и моего сына. Поэтому сегодня мы определимся с ценой вопроса. Какая цена вопроса здесь, в магазине «Орион», перед 23 февраля? Вот скажите просто, вы часто сюда приходите? Часто. Почему вы сюда приходите? Ну, здесь много выбора игрушек, ну и подешевле. То есть давайте все-таки определимся. Лучший магазин – это «Орион». Ну, не знаю. Ну, примерно так, да? Ну, примерно. Мы говорим о том, что у вас двое детишек. Да, двойняшки у меня. Двойняшки – это сложно, да? Деньги и все остальное – это реально проблема. Да, тяжеловато, конечно. Понятное дело. То есть и вы напряжены, и супруга также? Да. А вот почему вы сюда приходите в магазин «Орион»? Да потому что тут выбора много, и цена приемлемая. Всегда приемлемая, да? То есть мы не будем говорить, что вы экономите на своих детях. Этого не случается здесь. Нет, нет, нет. Мы поговорим о том, что в принципе... Вы наверняка бизнесмен, да? Да. Чем бизнесмену хорошо? То есть мы говорим, бизнесмен должен знать, где дешевый товар, чтобы потом продать... Ну, у вас же своя наценочка есть, да, небольшая. У вас скидочка есть, естественно. То есть, в принципе, по той же цене вы можете все это дело продать. Да, продаю. Почему магазин «Орион» выбираете себе? Ну, как бы я здесь давно хожу уже. Давно ходите. И вопрос такой. Ну, раз вы продавец, вы же должны понимать, что товар должен быть оригинальный и новый. Так ли это? Здесь очень много новинок. Здесь продавцы очень хорошие, уважительные. Они уже всех своих покупателей знают в лицо. Так что и ходим сюда. Ребенок? Ребенок. Мальчик? Мальчик. Все клево. Почему у нас сейчас всегда все мальчики? Где девочки? Девочки, есть девочки. Есть девочки. Почему сюда приходим? Потому что здесь очень большой ассортимент, доступные цены. Много можно найти то, что нужно моему ребенку. Можно с вами пообщаться, да, молодой человек? Почему вам здесь нравится? Можно же пообщаться? Да. А чем здесь ей нравится? Что-то купить. И купить много чего можно, правильно? Да. Вот ребенок хочет что-то купить, вы ему купите? Конечно, обязательно куплю. А почему вы выбрали магазин «Орион»? Ну, здесь много выбора. Много выбора. Я просто уже неоднократно говорю. Ребятки, такое случилось, потому что магазин «Орион» работает с телевидением. Ну, это так, для себя уже, честно говоря, да-да-да. Я езжу также везде всюду. Я обращаю внимание, что здесь пункт номер один. Цены меньше, количество больше. Так? Качество. И качество хорошее. Вы пришли за игрушками, правильно? Да. Все-таки давайте определимся. В городе типа игрушечных магазинов много, да? Есть. Да. Есть, да. Особенно достаточно. Достаточно, да? Я тоже по ним хожу. Но я всегда обращаюсь сюда. Угу. Почему вы сюда пришли? Здесь, во-первых, ассортимент больше. Это раз. Цена. Здесь уже дешевле, чем в городе в самом. И ассортимент, в основном ассортимент. Конечно, вот ассортимент, что я и говорю. То есть я вот уже 5 лет здесь хожу постоянно, да? Я только сейчас зашел вот там, вот, где игрушки. Ну, для детишек разного возраста. Я там уже 3 штуки видел, таких, которых я вообще здесь не видел. Совершенно верно, да. Магазинов много, даже здесь, на складских, получается, разные магазины. Вот я 3, допустим, прохожу постоянно, как бы, и сюда заходишь, все равно во всех магазинах разный ассортимент. Бывает, совпадает, что там уже как бы каждый себе цены сравнили, пошли туда и туда. А так вот пришел, вот нашел только здесь, допустим, то, что мне нужно было.
Как-то так получается. Получается так, не знаю, значит. Значит, здесь круче работают, правильно? Да. Да. В принципе, магазин неплохой, большой, и как бы сюда, ну, частенько заезжаем, так скажем. Вы знаете, ваших странных понтов здесь нет. Есть квартиры, есть достаточно неплохие машины и стали. Смысла ускоряться нет. Наше ускорение и плюрализм куда привели? Ну, понятно, куда. Тут же возникает вопрос другой. Если мы не крутим на детских игрушках, то уж поверьте, рано или поздно Господь скажет нужное слово. Я хочу видеть этого человека в другом существовании. Конечно, надо понимать, что... Я тоже кое-что себе купил. В смысле, я не себе купил, естественно. Я купил своему сыну. Раньше было много. Сейчас мы покупаем чуть-чуть меньше, но есть такая возможность. По одной простой причине. Магазин «Орион» всегда вам дает чуточку нового удовольствия от предыдущего. То есть, мы работаем уже, грубо говоря, 5-й год, если не 6-й год подряд. Каждый раз, когда я сюда захожу, я вижу то, что необходимо купить. То есть, представляете, да? Если все это дело перемножить, ну, вы должны понять, что даже если по чуть-чуть, это очень большое количество товаров есть здесь новое. И всегда, и постоянно. К слову о том, что впереди же два замечательных праздника. 23 февраля и 8 марта. Я рекомендую вам, в смысле папам и мамам, дедушкам, бабушкам, а также братишкам, которым уже бабуле времени, то есть, допустим, 20 лет, да? А ребенку еще, в смысле, не ребенку, в смысле, вашему брату еще, только-только он появился, так придите сюда и покажите ему. И он скажет вам огромное удовольствие.